Всем привет! С вами Оля, вы на канале Ольга Свон. Сегодня поговорю с вами о новом аромате в моей коллекции, моей давнишней хотелке. Это Estée Lauder Pleasures Intense. Мне недавно его подарили, я очень давно его ждала, очень мне хотелось приобрести его в свою коллекцию, и вот, наконец-таки, у меня он появился, я в этом очень рада. У меня есть Estée Lauder Pleasures и Estée Lauder Pleasures Exotic. Вот на эти два аромата у меня есть обзорчик, я внизу оставлю ссылку, кому интересно, кто не видел. И вот теперь у меня, смотрите, три флакончика Estée Lauder Pleasures. Я очень-очень рада, они шикарные ароматы, все три. Но вот Intense, он какой-то особенный для меня. Он немножко похож на классический Pleasures, чуть-чуть. Но Intense, он более благородный, утонченный. И для меня это аромат Кейт Миддлтон. То есть такой женщины благородных кровей, утонченной, стильной, молодой, красивой, доброй. Вот это ее аромат. Для меня это аромат Кейт Миддлтон. И, конечно же, я буду его рекомендовать. Ну, давайте я сначала вам ноты зачитаю, чтобы вы знали, о чем я говорю. Это аромат принадлежит группе цветочные. Верхние ноты – зеленая лилия, пион, черная смородина, иланг-иланг, лист черной смородины. Средние ноты – лилия, жасмин, тиаре, марокканская роза и база, клен, ваниль, бензоин и сиракс. Сиракс – это серая амбра, кто не знает. Вот я здесь слышу еще сирень очень хорошо. Здесь не заявлено нота сирени, но для меня она ярко здесь звучит, по крайней мере, на мне раскрывается так. Пион хорошо, я слышу сирень, роза. Ну, знаете, марокканская роза, розочка здесь тоже звучит, но все-таки пион и сирень, наверное, здесь звучат ярче. Смородинка тоже есть. Но это настолько насыщенный цветочный аромат. Видите, какая крышечка под цвет. Донышко. Он настолько насыщен цветочными нотами, но он не перенасыщен. То есть он яркий, но не удушливый. Такой сочный, освежающий. И он очень стойкий. Вот на волосах он держится больше суток точно. На коже продержался, наверное, часов 8-9. И буквально двух пшиков хватит, чтобы почувствовать вот этот вот вихрь цветочный, который вам придаст уверенности, и вам захочется соответствовать данному аромату, вам захочется быть более благородной, более утонченной. Это как платье, когда вы одеваете такое классическое платье, красивое, немного облегающее, вы не можете делать широкий шаг, вы не можете сесть как-то некрасиво. То есть есть одежда, которой вам нужно соответствовать, вот это такой аромат, ему нужно соответствовать. Ему хочется соответствовать. То есть с ним вы почувствуете себя иначе. Если вам не хватает уверенности, вам хочется почувствовать себя благородной женщиной, утонченной, красивой, стильной, вот попробуйте данную парфюмерную водичку, не пожалеете. Я знаю, что, конечно, Estée Lauder – это дорогой бренд, но есть сайты, есть магазины, где можно взять от Левант. 5 миллилитров, 10 миллилитров, чтобы почувствовать, познакомиться поближе. Вот я настойчиво рекомендую тем женщинам, которые любят такие вот такое направление ароматов, изысканных, утонченных, женственных. Попробуйте вот этот аромат, он вам очень понравится. Я думаю, вы не пожалеете, по крайней мере, о своем приобретении, потому что я в него просто влюбилась, когда почувствовала на себе. Настолько он красивый, настолько красивый, утонченный аромат. И не зря я его сравнила с ароматом с Кейт Миддлтон, потому что для меня Кейт Миддлтон – это вот такой, знаете, образец для подражания. Это женщина не только благородных кровей, но она стильная, молодая, красивая, такая добрая, лучистая, положительная. Она никогда не покажет, что вот она выше других. То есть она приземленная, но благородная. Вот это такой аромат.
Поэтому попробуйте, не пожалеете. На этом все. Спасибо за ваше внимание. До скорых встреч. Пока-пока.